Всем привет. Вот решил прийти на Волхов леща половить. Лещ тут клюет на гороховое тесто. Прикорм такой вот, подобный как стандартный на леща, только еще с небольшими добавками. Сейчас я вытяну рыбку, покажу. Клев хороший. Начинается где-то с 20.00. Ну это, конечно, маленький лещ-дрыщ. Сейчас посмотрим, что там дальше будет. Какие попадаться будут. Поднимать не успеваю. Одна за другой поклевки. Поэтому как бы решил запись запустить. Я вообще сюда пришел так просто посмотреть, как ловится там рыбец здесь, там, ну, синец. А обнаружилось, что на личинку короеда лещи поперли. Ну, я думаю, раз короед работает на леща, наверное, будет гороховая кашка работать тоже неплохо. Вот сейчас гороховую кашку зарядил, вот ловлю леща. Сейчас половим, посмотрим, сколько в итоге получится за ночь. Но до этого я нафармил сколько там, ну, 20 там с чем-то рыбок, там 21 рыбку поймал я тут. Ну, тут язи попадались, пробовал тут разные ловить. Вот от целенаправленного леща вот сел вот с 20.00. Вот как раз мы тогда отметим всех тех рыбок, сколько именно леща вообще получилось. Ну, не считая тех пробных, которые до этого были. Экспериментальных. Два месяца в игру не заходил. Вчера попробовал на Волхове леща пофармить. Там место подсказали 15.38 вроде бы, но там нифига не клевало. Забросил. Густера сразу попалась трофейная. Тоже на видео снял. Леща там вообще не было. Две ночи сидел, ни одной поклевки. Ну как поклевки там, три штучки поймал. А что вот на удивление здесь он прет. Не особо прям крупняк прет, но он есть. Как говорится, на безрыбье и жопа соловей. Без птичьей, вернее. Здесь у меня стоит 21. Кто-то подсказал, что это счастливое число. Место у нас вот это, популярное, древнее, знаменитое. Игроков сидит 11 игроков всего на этом месте. Кот-террорист под компьютером лазит рядом с системным блоком. Наверняка хочет мне связь нарушить.
сборку покажу. Вот такая вот катушечка 5,5 фрикциона. Смесь вот такая, что у нее? Молотая перловка, опарыш, вареное пшено, геркулес, рубленый червь, анисовое масло. Крючок единичка, поводок нейлон 5 килограмм и гороховая каша. И фантазии вот такие вот, ну, удилища. Вот это тут персей стоит. Ну, в принципе, сборка на всех одинаковая. Прям повело, видно такое. Повело, повело, там лечь сидит, лечь. Да, тут перерыва не дает рыбка. Кота от системника вредителя. Он теплый, он на нем лежит, греется. Посмотрим садок. Даже не могу определить, ну, лещи когда начались здесь так вот часто клевать. Ну, в общем, я нахожусь здесь 1 час. Вот здесь просто экспериментировал там. Ну, вот эти вот лещи первые были, попались на личинку поденки, на этот, на личинка короеда. Вот. Вот ясь попался тут. Мне один хороший вот на кило 300. Сколько это уже? 30 минут назад. Ну вот сейчас вот сидим с 20.00. Посмотрим, сколько здесь вот за ночь попадет рыбки. Насколько серебро получится. Ну, в общем, как-то так. Ну, клёво активный. Ночь только началась. Попить.
Сожру все. Некоторые лещи пойдут на мясо. Даже на мясо не подходит. Мясо начинается от 500 грамм. Можно. Так, здесь что-то крупненькое попалось. У меня здесь фрикциона не хватает. У меня здесь катушечка слабенькая совсем лежит. Но что-то попалось такое неплохое. Блин, как-то это самое рискованно. Что это за тушка такая? Побегать, наверное. Вернее, не побегать, помучиться немного. Блин, там еще один крупняк сел. Так, ночью пошло. Там, да, размот идет уже вот на этой удочке. Заклинили катушку, но рыбка уже устала. Видимо, это точно лещ, потому что лещ никогда долго не сопротивляется. Но уплыл он так прилично далеко. О, господи, напугал. Сейчас чуть и не порвал. Последнее сопротивление оказывает. Вот, подтягиваем, подтягиваем. Это трофей леща? Трофей, неужели? Это троф? Нет, 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 показалось. Не троф, не троф. Обычный лещик. Ничего особенного. Лёва, не отвлекай. Ну, недотров. Да, недотров. 4 кило. Неплохо. Вот тут размот идет тоже, крупничок.
Уже неплохо на 3 кило. Сорвалось, ладно, долго слишком ждала эта удочка своей очереди. Не сказал, что здесь клюет хуже, чем на остроге, на фармовых лечевых местах. По-моему, как-то нормально. И место непопулярное, никого здесь нет почти. Вот я это лещевую как бы... Вернее, как правильно выразиться. Может быть, я первый обнаружил, что именно на этом месте теперь можно фармить леща. Потому что это место обычно для сенца, для подуста, для рыбца было. Но леща здесь я не помню, что кто-то фармил. Играю сам недавно. Да, на Пасху везло с рыбалкой. В реале, вот когда пойду на Пасху рыбачить, всегда вот хороший улов. Иисус воскрес, товарищи. Всех с праздником. Прикорм кончается, надо будет много Так, поклевки прекратились. Сейчас посмотрим, если больше клевать так не будет часто, то пойдем сдаваться и смотреть, сколько мы за эту ночку насидели. А днем я еще здесь планирую язя половить, потому что здесь на творожку на этом месте ясь хорошо клевал. Вот у меня попались 2 штучки. На творожку. Вот я хочу
на все удочки сейчас творожку одеть и посмотреть, как будет ясь клевать. Если он будет клевать, то тоже про это видео сниму. Кажется, на этой удочке кто-то сидит. Да? Не зря кажется. Мелочевка пошла. Ну, в итоге, что у нас обнаружилось? Активный клев здесь начинается с 20:00 до 5 утра. Идет. Вот, сейчас я пойду сдаваться, посмотрю, сколько мы за это промежуток времени наловили. Вот сейчас только эту вытащу. Не оставлять же так. Ладно, там мелочь, в общем, началась. Пойду сдавать, узнавать. Клюет, фиг с ней. Пойдем. Рыба, значит, что у нас мы имеем? 22 минуты, так вот, язи. Ну вот, я язя поймал, вот как-то и начал, после видео начал снимать. Наверное, вот с этого момента, вот, да, вот с килограммового, с этого. 24 минуты. За 24 минуты 110 серебра. Вот так вот. Реального времени. С 20:00 до 5 утра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 22 зачета, включая один недотров. Вот, клев вы сами видели, насколько он частый. То есть клев есть, если вот конкретно не так, как я сейчас экспериментировал, сначала много времени потерял. Думаю, засесть на леща здесь, то в принципе нормальный фарм для леща. Конечно, не 300 серебра за ночь, как многие говорят, что делают. На лещах или на чем еще. Ну, такой вот фарм здесь. Именно такой. Продаю. Ладно, всем пока. Спасибо, что смотрели. Всех еще раз. Иисус Хвострех воскрес. С праздником, с Пасхой. Хорошо вам отметить. Все, всего хорошего. Подписывайтесь, смотрите видео. Всем пока.